начинаем подъем по трассе Гроссглокнер. И уже тут впечатляющие виды. Горы поросли облаками. И снизу, мне кажется, звенят колокольчики коровок. Мы поднялись чуть в гору, и тут стал совсем туман. Поднялись в облака. А я залез на кучу снега, настоящую. Не шуточную. Можно вот так вот. Ох, я даже упал на ней. Жесть, вот это хана, скользко. Ксюха тут раскорячилась на кучу снега. Реально ходит по нему, я думаю, что повторит мою судьбу и будет грязная. Ну ладно, вроде она оказалась поаккуратнее. Здесь много расположено указателей, которые показывают на вершину. Вот указатель на ту самую высокую вершину, которая называется трасса. Вот так вот ты наводишь, смотришь в прицел и видишь вершину. Вот такая вершина красотная, площадка и очень хорошая панорама. Мотоциклистов очень много на этой дороге. Доехали до места, где нету туч. И даже немножко видно солнце, поэтому красивые виды. Мощнейший водопад падает. Приехали на берег быстрой горной реки. Тут, говорят, водится русалка. Немножко начался ветер. Ксюша, пакетик чая этот развивается. А Саша, да, Саша в лечебных целях, водитель БМВ. Пьет чаек крепкий. Страшно трезвым вести это, правда? Что, сейчас полегче станет. Повороты проходим. Даже до ограничения в 100 не доходим. Ксюша лижет ледник. Саша лупит ледник. Давай, лупи его. Добрались до плотины и снежных шапок гор. Очень красивая бирюзовая вода и вот такая стена, по которой можно оперативно пробраться в другую сторону.
Так, пишут, что направо путь Мармота. И можно увидеть таких красивых зверьков. Ну, не знаю, пойдем посмотрим, правда или нет. Может, только легенды о них ходят. Так, Олеся подружилась с Мармотиком и фоткает его прямо в рот. Ксюша тоже подружилась с Мармотом и его фоткает тут в упор. Дружелюбные тут. Ого. Владельцы. Сережа, хочет ли мастер? Да гладь. А все, Олеся подружилась и будет его гладить за хвостик. Гладит, давай. Да не будет, он тебя кусать надеюсь. Нормальный. Да дружок твой. Ну сейчас тогда пойдем еще козлика погладим. Пришли в гости к Мармоту. Он тут щипает травку и позирует на камеру. Ну, у меня сегодня еды нету, поэтому нечем его порадовать. Так, пока поднимались вверх, увидели еще одних друзей Мармота. С большими рогами. Да, рожище большое. И их тут целая стая ходит. А есть люди с большими объективами, которые фоткают этих друзей Мармота. Так, Ксюша оседлала медную лодку и гребет огромным веслом. Так, а еще на вершине есть несколько зарядных станций для электромобилей, в том числе для Теслы. Кстати, видели, люди навстречу ехали на Тесле. Начали ехать домой, а тут снова все в тучах на вершине. Дорога извилистая, небольшой промежуточек без туч. Вот, приехали оттуда, из озера. Вот на таких машинах люди ездят кататься по серпантинам. Первая заправка BMW. Льем Shell V-Power. Октановое число 100. BMW именно его и рекомендует. В итоге залили 54 литра на 81 евро. Проехали где-то около 400 километров.